Только не забывайте, что... Оплатить за школу, не забыть про назначенную встречу, договориться с фирмой об уборке квартиры, закончить документы для участия в конкурсе, оплатить кредит за мебель, заплатить за электричество, заплатить за телефон, напомнить архитектору про изменения в проекте. Не забыть бы, что сегодня последний день страховки. Заплатить налоги. Сделать покупки домой. Задумайтесь, как много вещей вы стараетесь не забыть в суете каждодневной жизни. Проснувшись с утра, мы напоминаем себе, что нам следует сделать сегодня, и на протяжении всего дня нас постоянно теребит мысль: не забыть бы сделать это. Вы, вероятно, делаете какие-либо заметки в блокноте, чтобы не забыть о неотложных делах. Даже мысль о том, что вы можете забыть о каком-то важном деле, для вас просто недопустима. Но какой была бы ваша реакция, если бы кто-нибудь сказал вам, напомнил вам, что вы забываете о чем-то архиважном, что не может даже сравниться по степени значимости ни с какими иными жизненными проблемами. Однажды вы появились на свет, открыли глаза и обнаружили вокруг себя весь этот мир. Сперва были школьные годы, затем юношество и зрелость, вы стали работать, создали семью, у вас было много друзей, появился свой дом, машина, дети и, естественно, сотня всевозможных обязанностей. А позвольте задать вам один вопрос. Помня обо всех своих обязанностях, задумывались ли вы когда-либо о гораздо более важной и глубокой проблеме, которая является, пожалуй, самой главной для вас? Для чего я живу? Куда движется моя жизнь? Насколько я знаю Бога, сотворившего меня в этой жизни? Исполняю ли я все обязанности, которые Создатель возложил на меня в этой жизни? Но, что еще важнее, задумавшись над этими вопросами раз или два, помните ли вы об этих вопросах и ваши ответы на них? Человеческой натуре свойственна забывчивость. Не воспользуйся он своей волей, как в тот же час, увлекаемый проблемами повседневной жизни, он отдалится от мысли об этих самых важных для него вопросах. Человек понимает и способен осмыслить определенные истины жизни, однако осознанно не придает им должного значения или же старается не замечать их. Несомненно, самой важной истиной нашей жизни, о которой человек часто опрометчиво забывает, является существование Всевышнего Создателя, сотворившего все сущее во Вселенной, и тот факт, что каждый из нас ответственен перед Ним за дарованную нам жизнь. Аллах сообщает нам в Коране о цели нашего сотворения так: «Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись мне».
Помните, что самая главная ответственность каждого человека в этой жизни – поклоняться Всевышнему Создателю и соблюдать Его повеления самым искренним образом. Но, к сожалению, большинство людей осознанно избегают этих мыслей, но забывчивость не освобождает от ответственности. Каждый человек рано или поздно вкусит смерть в мирской жизни, и один предстанет перед Всевышним Создателем. Каждый из нас будет нести ответ только за свои деяния, и в зависимости от этого ответа будет жить такой же реальной жизнью, как и сейчас, только в раю или аду. Однако следующая жизнь будет вечной, у нее не будет конца, и у человека уже не будет возможности изменить что-либо в жизни.